Подписывайтесь на канал Дмитрий Гаврилов. Всегда качество видео о работе в сельском хозяйстве и не только. Ссылка в описании под видео. Всем привет, друзья! Канал Буни Тракториста. Какой-то там март у нас сегодня. В общем, понедельник. Вторая рабочая неделя началась. Отдохнули после выходных. Или на выходных, точнее сказать. Ну, кто-то отдохнул, кто-то работал, как я. И немножко на квартире, где ремонт делаю. И вообще в интернете делаю видео. Стараюсь как-то разнообразить канал. И также ваш отдых. Ну, направляюсь, как обычно. Начало 8 часа утра. Мне приходится раньше всех, так как езжу на УАЗе. Моя машина ВАЗ-2110 пока что в нерабочем состоянии. Лень мне с ней заниматься сейчас. Нету времени. Сейчас там нужно заменить помпу будет. Помпа лежит готовая. Потекла, загремела. Сразу же надо заменить ГРМ. Так он все равно скинется, ГРМ от помпы. Заменить ролик натяжки ГРМ. Автомобиль 16-клапанный, поэтому у меня уже один раз был такой. Обрывало ремень и гнуло ряд клапанов. Вот. И у меня шруц. В общем, на нем пыльник порванный. И на нем уже проездил я энное количество времени. Поэтому лучше бы и пыльник тоже вместе с шрузом заменить. Внутренний шруз. Потом у меня страховка кончилась на ней. Ну, то есть какую-то надо материальную часть внести. Для того, чтобы ездить, опять-таки, на автомобиль. Ну, ездить на работу мне на нем не хочется, на десятке. Я привык ездить на УАЗе. Пускай я трачу какое-то время, ну, мне как-то комфортно. Далее. По погоде. Мороз сегодня и солнце. День чудесный. Вот на улице. В принципе, снега уже по минимуму. На поля уже... Ну, практически голые, так с... Ну, где как. То есть, вот я не могу сказать определенно. Еду вот здесь в лесоправку, вот этой части, где полей наших нету. Здесь уже снега почти что нет. Где у нас поля, там снег как бы так вот лежит слоем. Ну, все равно как бы портально появились. Ну, сейчас вот иду, сокращаю через проулок, где живет мой дружбан Женя 150-чик. Посмотрел видео по расчистке снега. Уже не раз видели вот этот дом его. Вот этот двор с гаражами, с этой помойкой, где он также расчищает. Ну и все, конечно, видят постоянно плотину, где я снимаю обычно итог дня, идя домой. Так как место такое безлюдное достаточно, никто не мешает, никто не таращит на меня глаза. На как на дурака не смотрит. На человека, разговаривающего с камерой, мне так комфортно. Да, вот он пруд, друзья. Что говорить, вот из ПК маяк, он вот он. Это вот мастерская, как раз, которая идет после нашего бокса, прямо рядом. По прямой здесь вообще мало, но я буду обходить вот старое кладбище по кругу. Потому что здесь лазить через заборы мне не очень-то хочется. Ну вот эти кусты, друзья, вы и видите обычно. На плотине вот этого старого нашего пруда доброго. Ладно, увидимся уже на базе, где приступим, наверное, к обслуживанию трактора ТС-50К по прозвищу Аллигатор. Аллигатор. Аллигатор Гена. Бросил кило базе. 8:30 утра. Нахожусь в гараже укрытия, где у нас тут. Может, и склад ГСМ у нас тут. Горючий смазочный материал. Тут масло, солидол у нас обычно. Ну и какие запчасти хранятся. Тонная бочка пластмассовая для масла. Ну, масло у нас М10ДМ. Летний вариант. В принципе, зимой мы не работаем. Особо нам она зимний вариант и не нужен. Берем общую. Вся техника работает на данном виде масла. Раньше была у нас М10 Г2К.
почему-то решили заменить на данный вариант масла. Такие вот желтые бочки фирмы Роснефть. Но это не реклама, это просто для информации. У нас и Тынковские раньше синие бочки были. Вон, кстати, видите, обрезанные. Сейчас такие. Хочу заменить масло, конечно, но вопрос будет, конечно, долгий. Почему? Потому что сегодня морозец, масло густое. Из одной бочки наливать вообще проблематично. Заливать в трактор будет вообще ужас как сложно. Сейчас я, наверное, что сделаю. Я сейчас пойду, наверное, за сторожевую будку что-нибудь постелю. И поставлю там канистр с маслом, пускай они там хотя бы греются. Прогреются там. Сейчас, кстати, поставил свой аккумулятор, опять попробую зарядить. Что-то мне, наверное, я так понял, электролит не привезут. Начальник говорит, что это бессмысленно. Я считаю, что смысл был бы попробовать его как-то раскочегарить, как-то его расшевелить. Ну, масло пока будет греться в будке. Буду, конечно, сейчас менять фильтра, промывать. И в КПП фильтр сниму, и на двигателе центрифугу с сменным. Точнее, не сменным, у меня там мощность еще масляный. Фильтр стоит с сеткой. Топливо, наверное, заменю. В общем, ну, делов, значит, будет достаточно в плане технического обслуживания. Вот. Посмотрим, какие будут вопросы. Потом буду ждать Леху, сторожа. Он работает, наверное, скорее всего, теперь через 2 дня. Чтобы он мне сделал зарядку, посмотрел, чего, может, переделал заново все. Вот кировец, дорожники уже тоже поехали работать. Выключил, что ли? Прием.
Ух ты, блядь. Так, занимаюсь промывкой фильтров и одновременно заливаю масло в КПП трактора. Заливаю отсюда сначала в расширительный бачок. Сюда планирую залить где-то 20 литров, которые снизу в раме установлены. А уже сняв фильтр с КПП и промыв его, залью через его отверстие уже где-то около десятки туда. Потом все заведу когда-нибудь, поработает, сольется, и уже долью опять-таки здесь уже теплое масло, чтобы оно текло хорошо, протекало. Уже долью по уровню. Вот так где-то около, блин, 35 литров, я думаю, 40 влазит в КПП. В общем, сейчас снял центрифугу, центробежный очиститель масла. Вот здесь вот установлю. Кстати, через него проведу и залив в двигатель. Будет намного проще, нежели через пробку в клапанной крышке. Вот отсюда. Снял стрифуху оттуда. Он достаточно толстый. Не битком, конечно, но уже практически полный. Достаточно сухой. Состав грязи. В общем, как правило, мы этими вещами занимаемся раз в сезон, вот весной при замене масла. Но по состоянию моей центрифуги, я скажу, что это маловато. Нужно хотя бы два раза. Вот в лето, может, между сезонами, нужно будет снять и посмотреть ее еще разок. Как она себя чувствует и сколько в ней грязи. Так что вот так, друзья, вот такой вещи лучше не добиваться. Скажу сразу. Хотя я весной, наверное, менял как раз, один раз промывал. Ладно, буду заниматься, буду информировать. Ребята все это вот занимаются изготовлением стрелы для ТО-30. Там тоже сбор Олегового мотора, там люди хватают, помогают Олегу. И Лехе помогают, в общем-то, собирать до конца трактор. Там, в принципе, мы, наверное, кабину должны были сейчас поставить. Я думаю, он сегодня уже выйдет из склада зернового. Опять там смотрю комментарии по поводу зернового склада, где там ремонтируется. Что-то там все возмущаются у нас, блядь. 15 раз ребятам говорю, что все, что там лежит зерно, блядь, на помойку пойдет. Все равно почему-то не все переживают, вы масло льете на хлеб. Какой там нахер хлеб? Там земля, там пол земляной, там зерно с плесенью. Там по-любому выметаться все будет. Выметаться, все это выбрасываться будет. Вон там у нас где чермет, там у нас куча отходов зерновых. То есть без этого никак не получается. И там все это тоже пойдет, там все под метелку почистить, все красиво будет. Никто зерно загрязненное с маслом продавать не будет, не переживайте. Все в плане культурности у нас исполняется. Уж не такие мы свиньи. Нам не рок от космодрома.
земля. И снится нам не рок от космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома, у дома, у дома, зеленая, зеленая трава. Что-то не теплеет, Петрович. Что-то не теплеет. На улице что-то не теплеет. Время к обеду, а тепла-то нету. Да, у меня тоже сопли текут нахуй. Петрович, слышь? На 150-м сеточный фильтр сжал, а то, блядь, бумажный ставят. Да, вон бока сдавило нахуй. Ну не сильно, блядь, но жало, блядь. Только что приехали с обеда, в общем, продолжаем
обслуживать трактор Т-50К. До обеда, значит, начал что я делать? Набирать чистую солярку, дизельное топливо, чтобы дальше промывать фильтра. И заодно начал откручивать фильтр гидробака гидравлической системы. Хотел его помыть, сейчас я рулевой помою, ну и потом я, наверное, помою КПП. Так, прежде чем я буду снимать вот этот фильтр, что хочу сделать, хочу пойти, наверное, подлить масло опять вперед в стакан в КПП. Хоть я и планировал заливать масло через кабину, но, блин, я все равно буду сейчас пока ковырять, буду подливать. 20 литров я уже захерачил в расширительный бак. Масло уже не так шустро протекает, как до этого. Потому что он полный, ему нужно вот отсюда сдавить масло вдоль рамы по трубам туда, в коробку. А потом уже буду по ходу добираться до самой коробки, до фильтра, до его. Полик вскрывать нужно. Благо, мощность тоже. Бегать, искать, спрашивать его не надо. Помыл, поставил. Ну, еще надо вот топливный сейчас найти. Где должны, мне кажется, быть топливные фильтра. Заменить топливные. И все, в принципе. Дальше уже помажу, прошприцую что-нибудь там, выжимные, фигны. Это будет потом. Пока вот это дело сделать нужно. А больше у меня фильтров нету. Грубочистка при тоже у меня фильтра нету, только тонкой. Поэтому, конечно, его обязательно нужно помыть, вылить с него всю солярку. Тем более там первода есть. Работаем, друзья, работаем. Не сидим на месте. Час, когда прервется звон, когда утихнут страсти и станет слышен бог. Я знаю пароль, я вижу ориентир, я верю только в это, любовь спасет мир. Я знаю пароль, я вижу ориентир, прикрою разноцветная, любовь спасет мир. Я знаю пароль, я вижу ориентир, я верю только в это, любовь спасет мир. Я знаю пароль, я вижу ориентир, прикрою разноцветная, любовь спасет мир. Уважаемые подписчики,
до нового канала. На сегодня, в принципе, я заканчиваю с техническим обслуживанием трактора. Уже время половина четвертого. До четырех, в принципе. 35 минут уже. Как раз тут переодеться осталось. И, в принципе, домой поедем. Заменил все фильтра, помыл, что можно было. Залил масло везде. Не понравилось мне состояние фильтра, конечно, в КПП. Больно много было стружки. Я ничего снять не стал, конечно. Я уже много раз показывал, как все это делается, как промывается, как меняется фильтр. Много стружки там было. Тем более я ключ брал, бегал, трещотку у ребят, которые занимаются там сбором 250-х, Олегова и Лехинова. Я у них прям взял на 15 минут с удлинителем. Быстренько все это раскрутил, быстренько помыл. Ливанул 5 литров масла в КПП. Ну, конечно, было маловато, но набирать еще минут 15 масла мне не хотелось. Очень долго, более, она там текет. Не понравилось немножко, конечно, мне еще в гидравлике тоже фильтр достаточно грязноватый был. Кусок резинки там еще был. Фильтр рулевой системы, в принципе, был чистый. Я его помыл. То, что вот недавно прям вот я закрутил стакан с фильтром тонкой очистки топлива. Ну и вот этой вот процедурой занимаюсь еще. Вот в стакан подливаю периодически сейчас. Потихоньку уходит. Хотел снять, посмотреть сетку, открутил, в принципе, чуть-чуть грязь там был, помыл, но без сетки бутылка болтается. В общем, сеткой она там сидит как вылетая, ничего не подтекает. Ну, я так немножко проливал здесь. Есть какие сопли, потеки. В общем, инструмент оставлю, пускай лежит, никто его не тронет. Как он лежал, то так и будет лежать, даже щитки ничего не будут скрывать. Завтра какие планы? В принципе, планы закончу с КПП. Посмотрю, как у меня аккумулятор зарядился. Может, поставлю аккумулятор. Еще у нас остается то, что у нас надо проверить масло в планетарных редукторах. Ну и заодно она связующая между двумя планетарками. Мост пустой, ясное дело. То есть подолью вот масло в мосты, получается, через планетарки. Туда залью, конечно, отработку. Никакую там трансмиссионную мы не льем. Обычную вот отработку. Обычно я стараюсь использовать отработку своего трактора. Но что-то я в этот раз про это забыл. Далее нужно посмотреть ремни. У меня вот я смотрю на помпе, ремень уже плохой достаточно. Надо его заменить. Ремень вот на компрессор. Ну, в принципе, нормальный. Можно поднатянуть. Ролик, не знаю, менять, перебирать не буду, наверное. В принципе, в запасе у меня там ролик есть. Если что, могу поставить его. А может, посмотрю, как в запасе себя чувствует ролик. Ну, в общем, гляну. Так, в принципе, остальные ремни генераторные и вот этот в отличном состоянии. Немножко есть люфт в помпе, но потеков не было. Думаю, она отъездит сев. Если что, я думаю, недолго там перебрать, если будет в наличии ремкомплект. Так, какие еще нюансы? Ну, а так будут по ходу смотреть, ковыряться. Как скажет наш Владимир Иванович, начальник, с нашим черметом работа должна быть всегда. И он, в принципе, прав. Сегодня напряг Александра Петровича. Ну, это Александр Петрович, который вот на этом МТЗ работает, там вот на Дону с копнителем, которого все видите, со мной едет от маяка. На переднем сиденье со мной сидит, в общем, второе лицо хозяйства, в принципе, такой же начальник, соучредитель. Ну, тот человек, который стирал в том ходу перчатки на терке. Кто не видел, видео, если не ошибаюсь, 7-й день того сезона. Пуск КамАЗа. Видео называлось. Там в середке как раз он фигарит перчатки мазутные на терке. Да, сегодня, видишь, он, кстати, он зацепил сегодня кадушку. Начал ремонтировать доски на ней. Сегодня подцепили еще к одному МТЗ уже разбрасывали Амазоне тонный груз подъемностью тонну. И что хотел сказать-то? Сегодня напряг Александр Петрович по вопросам, связанным с аккумуляторами, с ящиком. Я говорю, давай найдем большой ящик, либо мазовский, либо камазовский.
Вот. Сейчас думаем, с ним может быть какой-нибудь комбайновский. Вон там он есть еще одно вот фермерское хозяйство. Недалеко, да, видите? Ну, прям в 2 километрах. Вот к ним надо съесть, у них были красные доны старые. Возможно, там ящики есть. Сюда вот сделать уголки. И такой широкий длинный ящик. Ну, чтобы не заморачиваться с двух сторон, не варить. Тем более материала нет, из чего варить. Сделать вот сюда вот вместо подножки это ящик. Ну, к ящику можно будет ступеньку приварить. Опять-таки на ящик можно будет становиться. Есть что-то обслуживать, допустим, там воду подливать, там фильтры. В общем, напрёк я с этим делом. Тем более, если будет ящик один, вообще менять здесь особо ничего не придется. В принципе, провод здесь на стартер, он прямо здесь будет под рукой. Что еще? Ну, единственное, провод на кнопку масс, там вот если кинуть, единственное, что. И все. Посмотрим. Посмотрим, надо еще начальнику эту вещь сказать, сколько я могу вынюхивать электролит из этих аккумуляторов. И место немного там занимает, конечно, ну и главное, это вот эта кислота. Ладно, пойду посмотрю, чем еще ребят занимается, может, я что-нибудь засниму, сфотографирую. Все, друзья, по знакомому маршруту домой. Ничего я так и не снял сейчас. Все бегом-бегом домой. Как узнали, что время-то уже без 24. Все переодеваться. Завтра с Петровичем сгоняем к Мелеховым. Ну, я думаю, Мелехов помните. Фермерское хозяйство, где мы на ночь оставляем трактора периодически, когда работаем в деревне Зорино. 7 километров от нашей базы. У них надо посмотреть будет дюралевую крышку Олегу на блок. Дюралевая крышка, которая прикручивается компрессор. У него там провернута резьба, а резьба провернута именно под пластину натяжителя генератора. Вот такой надо вещь глянуть. Как раз глянем, может, на комбайнах, у них там на старых ящик с под аккумулятор. Завтра надо эту идею, эту мыслью донести до начальства по поводу аккумуляторов. И надо воплощать, наверное, ее в жизнь. Вот такие вот пироги. А так, в целом, ну, что сказать еще. В целом, день как день, блин, весь день, конечно, с тем маслом. Ну, это обычная практика, блин, по замене масла, по промывке фильтров. Были бумажные, может, побыстрее было бы, но мне как-то нравится мощность фильтра больше, чем бумажные. Сами видели, у меня даже сегодня я аж обалдел. Оказался сжатым. Мощь фильтр масляный. Вообще я никогда такого не было, а тут его аж прям поджало. С бумажными прям одна заводка. И может прям сжать фильтр моментом. Вот такие вот пироги, друзья. Так что аккуратней с фильтрами посматривать. Все, всем пока. Анекдот в последнее время в голову не лезут. Времени искать анекдот тоже нету. Хотите, присылайте их в контакт. Возможно, в группе ВКонтакте, ссылка в описании, сделаю тему. Будете мне ссылать анекдоты, а я буду вам рассказывать. А как времени что-то мне не хватает на все. Ладно, кушать, делать видео буду. Возможно, схожу на квартиру сегодня, если успею. Хотя в последнее время я вообще на квартиру не успеваю сходить. Вообще, то есть... Все, до завтра, друзья. Пока.